Тактический светодиодный фонарь от компании Армитек Доберман. В комплектацию входит сам фонарь, резиновые кнопки и кольца прокладки, стальная съемная клипса, шнурок с бегунком и карабином, мягкий нейлоновый чехол на ремень, диаметр корпуса фонаря 25,4 мм, дюймовка. Длина 140 мм, а диаметр головы 34 мм. Вес фонаря 115 грамм. Для большей герметичности резьба всех соединений покрыта силиконовой смазкой. На корпусе есть резиновое упорное кольцо для сигарного хвата. При желании его можно снять. В фонаре используется светодиод Krix PL с пиковой мощностью 1250 люмен. Рефлектор фонаря гладкий. Питанием служит один аккумулятор 18650 или две батарейки CR123A. Корпус выполнен из анодированного алюминия с матовым покрытием. Тактильный фонарь очень приятен. Фонарь имеет программное управление с 6 режимами переключения света. Сила светового потока 24,600 кандел. Максимальная дальность света до 314 метров. В качестве подствольника фонарь подойдет как нельзя лучше, тем более за такую цену. Не уступает всем топовым фонарям на рынке. Все режимы меняются поворотом головы и удержанием кнопки. В максимальном режиме 1100 люмен фонарь работает 1 час 30 минут. В средних 440 люмен 3 часа 30 минут. 220 люмен 8 часов 30 минут. И в минимальных режимах 70 люмен 18 часов. В режиме светлячок это 2 люмена фонарь работает 18 дней. И сигнальный режим стробоскоп